камеру не вижу. На лимон нет. Один тапочек на мне. О! Алло? Общежитие слушает? О, так теплее. Что говорите? Не-не-не-не-не! Семьи не заселяем. До свидания. В общем, она как из дурдома, но при этом это дико весело все. Я несу тохтик. Короче говоря, мы приехали бить татухи. Когда я говорю «мы», это значит не я и мое эго. А это значит вот с ней. Пидрушка моя. Что я? Сучка. Ну ладно, пидрушка так пидрушка. Томику уже перевели татуху. Все, у меня есть татуировка. А у меня будет другой шрифт. Другой. Все, Том, назад пути нет. Сколько раз ты мне еще это скажешь? Опа. Ну, вроде расположение мне нравится, надо бить. Три камеры. Раз, моя и Томина. Все, назад пути нет. Делаю. Пару слов. Давай, что говорю? Не знаю, что говори. Вот и все. Она думала, сейчас будет липсинг. Это была подстава. Мы почти закончили. Ну что, вы готовы? Пора! Тю-тю-тю-тю! Угу. Слиняла. Ой, да-да! Помните, во времена карантина Яндекс запустили роверов, которые доставляли еду? Так вот, теперь роботы работают в Почте России и доставляют посылки. Мне стало интересно, я решила заказать чехол для телефона, чтобы проверить, как мне это привезет робот. Посылка уже в отделении, мне осталось оформить только доставку роботом и красивенько это все подснять. Но это же реально необычно. Сейчас приедет малыш-робот и отдаст мне посылку. Я решила специально выйти на улицу, чтобы встретить это чудо техники до того момента, как он приедет. Ребята! А что, если я вот так вот встану на дороге, он остановится передо мной? Стой. О, ого. Серьезно? Да, знаю. Что это? Доставка. Все, дети окружили. Давайте. Тут столько зрителей вокруг собралось, вы бы видели просто. Всем интересно посмотреть на это. Так, мне пришел код в приложении почты, который надо ввести, чтобы ровер открылся. Сисям, откройся. О, он открывается! Он открылся! Закрыть. Что? Офигеть. Я в шоке. Все? Уже уезжаешь? А как же селфи? Подожди, друг, ну подожди. Ну, одно селфи и все. Стой. Он остановился? Нет, он меня объезжает. Ну, какой он милый. Почему нельзя его забрать домой? Блин, это пипец, ребят. Я не знаю, как теперь, что делать. Я не понимаю. Я пришла забирать вот эти палеты из беседки и отодвинула все подушки. Ну, то, что вы сейчас увидите, я так испугалась, пипец, просто. Я испугалась, как человек, который очень боится насекомых. Очень. Что? Улей! Блин, черт, улей! И, походу, там кто-то есть. Мне нужны вот именно эти палеты. Подкидывай, потому что он выше нас. Раз, не ко мне. Раз, два, три. Стоп, стол не поднимай! Стол не поднимай! Вы что здесь? Короче говоря, мы вот такой бандой решили пойти скатиться с горки, где проваливается пол. Император у нас будет Андрей. Он боится. Я шутил, я передумал.
страшно. А я пока не поняла, но он готов. Поняла.